Всем сесть. С вами хочет поговорить мистер Шустер. Если не будете слушать, побежите несколько кругов. Если что-то ляпнете, побежите несколько кругов. Понятно? Уилл, они твои. Спасибо, Кен. Привет, парни. Как дела? Кажется, кто-то из вас ходит ко мне на испанский, но сегодня я пришел с вами поговорить о другом, о музыке. Хоровому клубу требуются парни. Я повешу листок, можете записываться. Спасибо. Свободное! Ты нормально спишь? У тебя глаза покраснели. У меня аллергия. Спасибо. Новые горизонты, хоровой клуб. Записывайтесь. Пенис. И тогда я решил, что на этом закончилась короткая галлюцинация под названием «Новые горизонты». И тут я понял, почему я хочу этим заняться. В каждом подростке я видел дар, о котором он даже сам не подозревал. Это был настоящий талант. Но потом я совершил худший поступок в своей жизни. Как давно ты сидишь на наркотиках? Я даже не знаю, что это такое. Я не по собственному желанию осматриваю шкафчики. Но я впервые это вижу, это не мое, я могу пописать стаканчик. Это ничего не изменит. По закону, если ты чем-то владеешь, то оно твое. Уверен, такое количество травы тянет на тяжелое преступление. Тебя выгонят из школы, ты потеряешь футбольную стипендию. Ты понимаешь это? Постойте, у меня была стипендия? Когда? Ты можешь сесть в тюрьму. О, Боже, пожалуйста, не говорите моей маме. Слушай, Финн, ты во многом похож на меня. Я знаю, каково это бороться ради того, чтобы выбрать верный жизненный путь. И я не хочу, чтобы ты отказывался от всего, что можешь дать миру. Я ожидал от тебя большего.